В эфире телерадиокомпании «Русский мир». С вами Юрий Бутунин. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Цикл передач называется «Наследники победы». Это своего рода такой мини-сериал, рассказывающий о очень легендарных, выдающихся личностях, которые внесли неоценимый вклад в эту самую вот нашу главную победу нашей страны. Прошедшая война 41-45 годов была не только противостояние двух политических систем с абсолютно разными взглядами на мироустройство, но это еще было соревнование возможностей двух мобилизационных военных систем. Да, к началу военных действий у Советского Союза, у Красной Советской Армии дела складывались, прямо надо сказать, неважно. Сказывалась внезапность начала войны. К тому же во многих частях еще было устаревшее вооружение, новая техника все еще не подошла к передовым частям. И просто снарядов, патронов иной раз не было в достатке, чтобы можно было дать достойный отпор агрессору. Сегодня в нашей передаче «Наследники победы» разговор пойдет о человеке, которому на начало войны всего было-то, даже не было, 33 года. А он возглавил одну из главнейших отраслей Советской Армии. Был назначен Сталином нарком вооружения. На его плечи легли нелегкие первые военные месяцы и последующие годы эвакуации глубоко в тыл заводов, фабрик. Он управлял миллионами и миллионами людей, чтобы за очень-очень короткий период времени все это вновь было собрано, смонтировано, построено и запущено. Он понимал всю свою ответственность перед страной, перед народом. Ну и советское правительство, и Государственный комитет по обороне понимали тоже, что если бы не он с его потрясающим организаторскими способностями, талантом, нечеловеческого упорства, титанического, почти круглосуточного труда, достичь таких впечатляющих результатов было. Его труд отмечен многими орденами и медалями. Об этом говорит тот факт, что за всю историю советских наград только два человека были награждены 11 раз высшей государственной наградой СССР орденом Ленина. С чувством гордости я называю эту легендарную личность. Это маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Я предлагаю посмотреть о нем небольшой сюжет, а потом мы продолжим нашу передачу. К нам присоединится внук Дмитрия Федоровича Сергей Немцов. Дмитрий Федорович Устинов, маршал и герой Советского Союза, дважды герой социалистического труда, один из двух кавалеров 11 орденов Ленина, высшие награды СССР. В 33 года был назначен народным комиссаром и министром вооружения Советского Союза, в 45 лет – министром оборонной промышленности, в 1976 году – министром обороны. Родился в 1908 году в городе Самаре в семье рабочего. Трудовую деятельность начал с 10 лет. В 22 года вместе с другими наиболее способными студентами Дмитрия Устинова направили в Москву, а затем в Ленинград. Уже через 5 лет он стал директором завода «Большевик», ныне Обуховского завода. Талантливого руководителя заметил Маленков, а затем и сам товарищ Сталин. Дмитрий Устинов внес значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, ведь огромную роль в военные годы играло производство вооружения. Он возглавлял плеяду талантливых инженеров, конструкторов и руководителей производства. Проявил себя как знающий, хорошо владеющий делом руководитель. Благодаря его усилиям была блестяще организована работа всего военно-промышленного комплекса СССР. Современники вспоминали о нем. Спал по 4 часа в сутки, иногда на рабочем месте. Был очень ответственным и принципиальным. За честность его ценили начальники и любили подчиненные.
В 1946 году, когда страна перешла на новый тип вооружений, ракетно-ядерный, в Балтийском государственном техническом университете ВНМЕХ была открыта кафедра ракетостроения. По настоянию Дмитрия Устинова институт стал готовить не только инженеров-конструкторов артиллерии, но и инженеров-конструкторов ракетостроения и космонавтов. А сейчас представляю вам внука маршала Советского Союза Дмитрия Устинова Сергея Немцова. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Я когда готовился к передаче, я был просто потрясен судьбой вашего деда. Его умением организовать. Если бы сейчас мне сказали, что вот в 33 года кто-то стал руководителем вот этого вот ведомства, вы знаете, я бы подумал, что это фейк или какая-то утка. Как произошло, что в таком, можно сказать, ну, в юношеском, чуть ли не в юношеском возрасте он вдруг возглавил огромнейший завод в Санкт-Петербурге? Да еще какой, с именем? Да, смотрите, на самом деле на завод он попал в 29 лет, в 37 году. И как раз за год он прошел, в общем-то, этап от конструктора до главного конструктора. Он достаточно быстро сменил посты. Вот. И уже в 1938 году он уже стал генеральным директором завода. То есть он так, очень... Завод. Это он назывался раньше «Большевик», да? Обуховский. Да, да, да. Да, да, это очень крупный завод, который находится в Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, но ведь этот завод не случайно, наверное, его назначили генеральным директором. Насколько вот, есть исторические факты, которые я сумел прочитать. Этот завод отнюдь не был в передовиках. Он так с трудом лямочку тянул. Да, очень, на самом деле, сложная была ситуация на заводе. И, скажем так, это был, видимо, вот та звезда, которую все увидели. И дальнейшее развитие его карьеры, которое связано уже с наркоматом вооружений, оно как раз подтверждает, что, в общем-то, этот человек был крайне неординарный и крайне эффективный в своей работе. То есть я так скажу, что это действительно был уникальный человек. Такие люди редко рождаются. Да, по современности это был гениальный менеджер сейчас на уровне государства. Государство был бы. Да. Как вы думаете, что власть заставила его поставить? Вот вы знаете, сначала на уровне генерального директора. Вы знаете, я думаю, что он действительно мог, скажем так, заряжать большие коллективы. Он был хорошим оратором. Кроме его организаторских способностей, кроме того, что вы сказали, что это был крайне трудолюбивый человек, вот, у него было очень много талантов. Они касались и, скажем так, сферы рабочей, вот, и околорабочей сферы. Немногие руководители, допустим, прекрасные ораторы. Немногие руководители бывают прекрасными там, ну, менеджерами или организаторами. А здесь это все было, скажем так, в одном купе. В одном купе. А скажите, пожалуйста, вот не было такого, он не говорил о том, что ну вот кто-то его там взял и сказал, нет, там, Дима, давай-ка ты станешь директором. Нет, нет, нет. На самом деле, вот эту историю я не знаю, не могу вам даже ничего сказать. Понятно. Ну тогда давайте, ведь он же впервые был и на заводе награжден. Завод просто стал передовиком, и многие рабочие получили, по-моему, 116 человек, насколько я вот когда готовился, получили ордена и медали. А это всего-навсего год, что ли, прошел? Да, смотрите, в 1939 году, ему был 31 год, заводу дали орден Ленина. Вот, и ему, как директору, тоже дали орден Ленина. И награждал тогда Михаил Иванович Калинин. 116 награждено еще за выдающиеся заслуги перед Советским Союзом, перед страной. Это уникальный факт. Ну хорошо, давайте-ка теперь мы обратимся к Иосифу Виссарионовичу Сталину. А как вы думаете, что не говорил никогда ваш дед, как же произошло это назначение? Крайне интересно.
Смотрите, тут была очень интересная история, на самом деле, она связана с заводом. На самом деле, на заводе была достаточно критическая ситуация, на завод поставили новое оборудование, вот, и на приемку этого оборудования приезжал Лаврентий Павлович Берия. И оборудование не работало, оно стояло в цеху, но не было расставлено. И, в общем-то, ничего не выпускалось. Лаврентий Павлович посмотрел весь завод, осмотрел это оборудование. Дмитрий Федорович тогда был директором. Лаврентий Павлович уехал. Затем Дмитрия Федоровича пригласили в Москву. Вот, было заседание, где присутствовал и Иосиф Виссарионович, и Лаврентий Павлович. Лаврентий Павлович сообщил, что ну, там, где-то дней 5 назад он был на Обуховском заводе, директор вот, товарищ Устинов. Наше новое оборудование, которое мы закупили, оно не работает и не выпускает продукцию. Ну, ситуация достаточно такая уже серьезная. Да, да, по тем временам это все, это на самом деле патовая ситуация. Да, и, соответственно, слово дают Дмитрию Федоровичу. И он говорит: уважаемые товарищи, на самом деле вот фотографии с цеха. Следующий день, все оборудование расставлено, все сделано, все готово. И я вам так скажу, скажем так, вот эта ситуация сама по себе, то, что он сделал, это мог бы быть уже и второй расстрел. Потому что, в принципе, я понимаю, что он просто пошел, ну, скажем так, в абсолютный ва-банк. Да, и, да, да. Да, и это все перед высшим руководством, соответственно, как бы, ну, то, что видел Лаврентий Павлович, то, что показал Дмитрий Федорович, собственно говоря, было просто в унисон разное. То есть он хотел сказать, что Лаврентий Павлович соврал? Нет, он сказал, что и у него спросили, он говорит: Дмитрий Федорович, а как так вышло, что вот вы показываете фотографии, на следующий день у вас все на месте? Он говорит: мы всю ночь, вот все сотрудники завода расставляли оборудование в технологическую цепочку. То есть они за ночь успели все это сделать. Это был не то, что маленький показатель, но это была еще одна такая предпоследняя галочка перед назначением. Вот, то есть человека заметили на самом высоком уровне. А последний галочка? А последняя галочка, нет, ну это последняя галочка, это именно приглашение уже, скажем так, перед назначением. А перед назначением, это вот та история, которую он тоже рассказывал, его пригласили в Москву и просили приехать максимально экипированным со всеми вещами. Честно говоря, он говорит, я, говорит, ничего уже хорошего не ждал от этого, скажем так, от этой миссии. Вот. То есть был 41-й год, это уже такое предвоенное состояние. Вот. Его к себе вызвали и ему сказали: Дмитрий Федорович, вот у нас есть такое мнение назначить вас наркомом вооружения. Как вы к этому относитесь? Он говорит: вы знаете, я вообще не ожидал это предложение. Можно я подумаю день, а завтра я что-то вам скажу? Да, конечно, подумайте. Вот. На следующий день он выходит это гостиница «Москва» у нас была, он выходит из гостиницы «Москвы», идет, покупает газету, а там приказ о его назначении. Интересно. Да. Вот, и все это просто в самый канун войны, в самый разгар, я честно скажу, это, ну, я не знаю, для меня это, скажем так, ситуация, когда ему надо было бежать уже на полных парах, чтобы реализовывать тот завал, который был в нашем вообще вооружении. Вот. Да. Мало того, что проблемы были с поставкой вооружения, с тем, какие они были, еще и предстоял огромный переезд всех предприятий на восток, в котором он также принимал участие. Скажите, пожалуйста, а он не рассказывал, где он, когда, при каких обстоятельствах встретил войну, известие о войне? Это тоже очень интересный факт. Я нигде не прочитал об этом. А вы знаете, я тоже на самом деле не знаю, но, судя по всему, это он встретил это в Москве. Судя по всему, он как раз принимал тогда дела в наркомате.
И я так понимаю, что... Да, ну это было в Москве, естественно. Нет, ну я понимаю. То есть в новом назначении. Нет, вот красок нету. Да, не было таких красок. К сожалению, нет, да. А вообще вот время военное, от начала военных действий и до Дня Победы 45-го года, как он вообще оценивал это время для себя? Знаете, на самом деле очень много воспоминаний именно о том, как перевозили заводы, вот, как он, то есть семью отправили в эвакуацию, а он именно занимался перевозками заводов, налаживанием, опять-таки, тех же технологических цепочек. То есть у него был завод «Большевик», а у него стал огромный завод «Большевик» в виде огромной страны. И это первый момент. Второй момент очень важный. Это все-таки вооружения, которые стали при нем более стандартизированы. Вот. Если бы они не были стандартизированы, они бы... То есть мы находились, я так понял, в ситуации, что у нас было разноплановое оружие в том числе. Вот. Да. А при нем оно, да, оно стало, скажем так, более одинаковым. Мы получили одинаковые технологические цепочки, мы стали выпускать большой объем оружия. И он, по сути, это талантливый инженер все-таки, вот Дмитрий Федорович, кроме еще и организатора. Потому что многие вопросы решались непосредственно с инженерами. Не с управленцами, а именно с теми, кто делает изделия. Вот интересно, я прочитала, что он впервые вообще внедрил это, выстроенная система эвакуации была, по-моему, за 3 дня же написано, да, насколько вот я в воспоминаниях, которые рассказывали, что не могли очень долго, чуть ли не 3 года не могли ее четко выстроить, и когда было ему... за 3 дня, и, ну, вот этот, если можно, что там Сталин даже ни одной помарки не сделал, что-то говорил об этом Дмитрий Федорович, нет? Вы знаете, нет, на самом деле, вы знаете, тут именно по воспоминаниям, он детально не, скажем так, в личных беседах это не вспоминал, потому что это была, ну, именно работа, да, он как-то это чуть-чуть все-таки разделял, там, дом, работа. Хотя и дома он тоже там допоздна работал. При этом. Вот. Но этих воспоминаний именно от вот более таких детальных их как бы не было. Хорошо, ну вот как отмечают тоже историки, специалисты, что вот он вел специализацию, уменьшил простой станков, трудоемкость сократилась в 2-4 раза, стоимость сократилась в выпускаемой продукции в 2 раза. Вот. И он, конечно, внедрял и новые системы вооружений, будем говорить так. Это конечно, из... конечно. Вот, и смотрите, ну, при всем при этом он управлял миллионами судьб людей. И вдруг я читаю такой вот документ, когда он с тревогой говорит, что до сих пор люди живут в палатках, в землянках, до сих пор спят в телогрейках, и в это же в то же время они выходят на работу. Это продолжалось не один день, это продолжалось месяцами. Вот, несмотря на то, что он был таким и трудоголиком, и требовательным человеком, а все равно душа-то болела за людей. Вот как он вообще в жизни был? Вот взаимоотношения, скажите, пожалуйста, вообще к людям. Смотрите, тут... это даже воспоминания тех людей, которые помнят его сейчас, да, то есть есть ветераны, которые с ним имели какие-то контакты, они, ну, это люди из военно-оборонной промышленности, а он знал в разных заводах, он заходил в цех, он знал имена непосредственно слесарей, сборщиков, это многие оборонные предприятия. Второй момент очень важный. Я знаю, что он подходил, спрашивал, как у вас дела, что у вас дома, что вас волнует. И если вопросы какие-то возникали, он пытался решать именно бытовые вопросы сотрудников. И за это ему очень многие благодарны. И он в этом смысле старался максимально для тех людей, которые работают на оборону страны, делать им социальные пакеты, ну, максимально хорошие, максимально комфортные.
Скажите, он часто выезжал во время войны из Москвы? Да, часто. Вот. Что его заставляло ездить? Вот что двигало? Смотрите, в принципе, даже начиная с финской кампании, вот, когда он еще не был народным комиссаром, они ездили на финский фронт проверять, ну, скажем так, завод выпускал пушки, вот, и они смотрели, как работают пушки, потому что надо было проезжать, пробивать, допустим, сооружения какие-то. Из этого делали какие-то заключения и исправляли. То же самое были поездки в прифронтовую территорию для того, чтобы опять-таки смотреть, как работают их вооружения, которые выпускают заводы. Это было крайне важно. То есть он все время держал руки на пульсе. Он узнал, если что он знал и сборщиков, и директоров заводов, то я понимаю, у него все стекалось этим. Как он умудрялся все это держать у себя? Вот в жизни. Он что, действительно вот такой вот был, он помнил все в жизни. Он помнил дни рождения ваших родных и близких. Он все помнил. Да, он все помнил, это ну, поистине русский самородок. По-другому не могу сказать, это гениальный человек. А правда, что он очень мало спал, ну раз вообще 3-4 часа даже. Вот, да, так... это действительно так и есть, он всю жизнь спал крайне мало. Он, ну, скажем так, засыпал поздно, это 2-3 часа, просыпался 6-7 часов, и... В принципе, это то, что называли именно сталинской закалкой. То есть как раз это сформировалось во времена именно того, когда он стал наркомом. Потому что в другом режиме жить невозможно было. Иначе бы не было того результата. Но ведь надо дать должное. Он никогда не предавал вот это вот значение сталинской закалки. Он был сталинским наркомом. Да. И вот да, как это... Он гордился этим, да? Вот он был, так сказать, и вам это рассказывал все, и говорил, во, были времена, или как это было? Вот это же интересно. Нет, вы знаете, на самом деле, Иосифа Виссарионовича он очень уважал, и это был для него верховный главнокомандующий. Хотя и все последующие руководители нашего государства для него были точно такие же главнокомандующие. Все-таки он проработал в достаточно высоких должностях, посмотрите, вот, сменив, скажем так, многих руководителей нашей страны, да, то есть, как бы, это достаточно такой хороший показатель эффективности, это первый момент. Второй момент, он не, при этом не влезал именно в политические какие-то вот мероприятия, течения, вот. А касательно именно воспоминаний про Иосифа Виссарионовича, я вам так скажу, это тот человек, я считаю, что которого он крайне сильно уважал, и я знаю, что было за что. То есть я, естественно, и я также его уважаю, потому что понимаю, что тут мнение деда, как бы, оно объективно. Скажите, а есть какие-то у вас дома вещи, связанные с его сестрёвочкой, которые, может, подарили, вот лично вот там? Если это можно... Да вы знаете, да, на самом деле у нас единственное, что я вот увидел, это нету каких-то совместных фотографий. Есть только одна фотография, вот, но она настолько, скажем так, настолько там много людей, вот, и в центре Иосифа Виссарионовича. И вот эта фотография, она у нас находится, ну, я так понимаю, именно там, в 40-х годах. Вот. Но я, честно говоря, скажем так, разбирая семейные архивы, я не нашел ни одной фотографии, где был бы Дмитрий Федорович и Иосиф Виссарионович рядом. Понятно. Ну, давайте тогда вернемся, наверное, к Курской битве. Одна из решающих битв в истории Великой Отечественной войны. Это что за история со 152-миллиметровой пушкой, которую очень быстро поменяли? Говорят, что нужно было менять, может, было только в течение 18 месяцев. А вот благодаря Дмитрию Федоровичу это было за 18 дней. И успели... даже красить эти пушки. И говорят, была даже летучая бригада женщин, которая ездила вместе с этими пушками во время движения и докрашивала эти пушки. Это вы знаете такую историю? Нет? Слышали? Нет, вы знаете, я на самом деле вот эту историю
детально ее не знаю. Я знаю, ну, скажем так, может быть, какие-то другие истории я могу рассказать, потому что, в принципе, мы же понимаем... Нет, мы понимаем, что, допустим, при нем, скажем так, закладывался вот сейчас автомат Калашникова, например, да, а это именно было, ну, как бы это именно во время войны все это закладывалось. Вот, он Михаила Тимофеевича хорошо знал, как бы они хорошо общались очень, вот, и это первый момент. Второй момент тоже очень интересный, он чуть-чуть после войны, вот, ведь ракетная техника у нас появилась благодаря тоже Дмитрию Федоровичу, и благодаря тому, что они, скажем так, сделали, ну, в Германии институт Нархауза. Вот, малоизвестная история сама по себе, вот, но тем не менее, и, скажем так, вот эти секреты, немецкие секреты к нам попали благодаря Дмитрию Федоровичу во многом. Иначе бы у нас не было ни ракет, но и, как следствие, у нас не было бы и бомбы. Понятно. А скажите, пожалуйста, а вот где же он встретил нас тогда День Победы? День Победы он встретил в Москве, да, он это не рассказывал, я вам сразу говорю, вот, но на приеме, где присутствовали все полководцы, он присутствовал, вот, и отдельно вот рассказывали, это Леонид Григорьевич Ивашов рассказывал, на приеме был очень интересный тост, то есть, и сказал Иосиф Виссарионович Сталин, он говорит, а теперь, говорит, мы выпьем за тех, кто, ну, кто, без кого бы вы, полководцы, не справились. Выпьем за наркомат вооружений. Вот, вот такая тоже вот она интересная история, потому что, естественно, больше тогда уделялось внимание именно военным, да, здесь, в общем-то, это тыловая работа была, по сути, при том, что Дмитрий Федорович к концу войны, он был генералом-майором уже, да. Вот. Тем не менее, вот Иосиф Виссарионович, он обратил внимание на этом вечере, что Дмитрий Федорович, как бы и вся тыловая работа, без нее бы мы не могли бы воевать. Я отдельно это отмечал. Вот. Еще была очень интересная история. Она, вот смотрите, в принципе, она такая даже более домашняя история, но интересна для именно этого же промежутка времени. Дмитрий Федорович, он был у нас мотоциклистом еще таким, заядлым. Вот, ох, победили меня, я с удовольствием выслушаю. Да, я хотел задать вопрос, а как Иосиф Виссарионович распорядился выдать автомобиль? Рассказывайте. Да, спасибо большое. Так вот, Дмитрий Федорович, он катался на мотоцикле. Вот. Он катался не по работе, а просто вот для частного такого удовлетворения и снятия стресса, да, сейчас можно так сказать. Вот. И он упал и сломал себе ногу. Вот. Ну, Дмитрий Федорович приходит на совещание, приходит, естественно, у него костыли, у него нога. Вот. И Иосиф Виссарионович говорит, а теперь, говорит, я хочу сказать, что вот вы, Дмитрий Федорович, вы государственная собственность. Вы работаете на государство, на советский народ. Вот. И вы легкомысленно катаетесь на мотоцикле, повреждаете себе ногу, а вообще вы могли бы погибнуть. Вот. И это государственное преступление. Поэтому я вам запрещаю впредь кататься на мотоцикле, вот, и мы вам выделяем машину. Вот. То есть такая вот история. Она и комичная, и трагичная. Вот. Да, и эта история, она была. Ну, он, наверное, ждал какой-то серьезной сбучки, будем говорить так, да. Конечно, да, но мы понимаем, что вот именно оценка в данном случае Сталином Дмитрия Федоровича и его заслуг и его работоспособности, она показательная. Конечно, а Дмитрий Федорович как насчет техники? Он вот мотоцикл-то знал там, куда, его, как, что, да, мог? Да, да. Нет, он прекрасно разбирался в технике. Он очень любил, ну, скажем так, не только кататься, но еще, допустим, обслуживать. Вот. И я знаю, что они с сыном это делали, скажем так, ну, там, в нерабочее время. То есть они разбирали мотоциклы, собирали, они разбирали велосипеды, собирали. Вот. То есть он все-таки, он инженер, это тот человек, который любил работать железом.
Вот, по большому счету, это передалось и дальше, и там, и сыну его. Нам это тоже передалось, потому что мы помним, что даже вот уже 70-летний мужчина, он с радостью, он при нас катался на мотоцикле, у нас там есть фотографии. Вот. В общем, он любил очень технику. В принципе, любую технику он очень любил. А у вас он катал на мотоцикле? Нет, он нас не катал на мотоцикле, но, в общем-то, у нас есть фотография, где вот он на мотоцикле. А он управлял естественной машиной, мог, да, сесть за руль и поехать? Да, да. Он, да, нет, смотрите, ну, да, он, мы видели, что он садился отдельно, то есть мы ездили, допустим, с шофером, он просил там шофера выйти, сам немножечко катался, вот, и, в общем-то, вызывало это всегда очень бурные эмоции у, там, скажем так, у персонала, который был рядом. Ну да, это, наверное, за компанией с Леонидом Ильичем Брежневым. Тот тоже любил рулить. Да, 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 да. Да, ну а теперь давайте поговорим вообще, каким он был дома. Вы, вот, как вы его оцениваете? Вот, знаете, наверное, можно было с одной стороны подумать, что человек, который занимает такие должности, дома он должен быть крайне собранным, крайне там, серьезным, молчаливым. А нет. Это, на самом деле, это очень веселый человек, который очень любит детей, очень любит внуков. Просто настолько сильно, что даже его помощники нас использовали как механизм, чтобы, допустим, Дмитрий Федорович ушел с работы в 10 часов вечера. Они просили нас звонить на работу, вот, и говорить там, дедушка, когда ты придешь домой. Вот так. Да, это первый момент. Второй момент, он человек был достаточно музыкальный, он очень, скажем так, был общительный, постоянно были, ну, действительно, гости, постоянно были друзья. И это были вот в те небольшие моменты, когда вот именно были моменты отдыха. Потому что, в принципе, он работал вот, ну, последние годы он работал, это была полноценная шестидневка, и половину, допустим, воскресенья он тоже занимался какой-то работой. Вот. Но при этом мы не чувствовали себя... Ну, договорите, просим. Да-да-да. При этом мы не чувствовали то, что мы... ограничены в его, скажем так, ну, в его общении. Потому что постоянно он был рядом, постоянно он что-то нам говорил, постоянно как-то с нами общался. Уникальный скажите, был человек. Скажите, да. Я знаю, что он был заядлым охотником, насколько вот известно. А вот я вам скажу так, что, в принципе, это не заядлый охотник. Просто время от времени он был охотником, но это не было такое, вот, скажем так, основное хобби. Ну, а рыбалка? Совсем нет. Ну, практически нет. Практически. Вот. Да, знаете что, то есть есть фотографии, где он, допустим, на охоте, есть фотографии, где он на рыбалке, но именно вот, я так скажу, именно как хобби, на мой взгляд, все-таки, это больше техника. Да, вот именно это вот то, что ему крайне нравилось. Фотография — это то, что ему крайне нравилось. Нравилось фотографировать. То есть наверняка, я даже думаю, у нас в архиве есть фотографии, которые сделаны его рукой. Потому что огромное количество фотографий у нас сохранилось. Вот так я вам скажу. Понятно, у нас осталось 5 минут, и я все равно хочу теперь задать вопрос. А были ли у вас какие-то противоречия с дедом? И высказывали, спорили ли с ним, мнения расходились, или вот просто авторитет, дед сказал, и внутри, в общем, что-то, может быть, накипело, но никогда не говорили. Или все же вы с ним были такие минуты, когда вы говорили, дед, ты не прав? Значит, смотрите, тут вот просто по устройству семьи ситуация была следующая. Дед, он руководил семьей целиком, да, и он как раз общался с нашими родителями больше. И именно у них с ним были какие-то, скажем так, взаимоотношения. Но
У нас достаточно все было жестко с той точки зрения, что вот то, что дед говорит, это все, это вот это правда в конечной инстанции, мы не спорим. А мы же общались, соответственно, с родителями. То есть у нас руководители были родители. Та же ситуация. Они говорят, мы как бы это делаем. И скажу так, что дед даже вспоминал, скажем так, когда он был маленьким, у них такое же устройство было в его семье. Вот. И я не знаю, может быть, это была семья староверов. Сейчас уже даже тяжело как-то понять. Вот. Но отец там тоже был, скажем так, это номер один. Как бы это был руководитель, и его все слушались. А были ли такие моменты, когда все собирались? Все в заднем собирались? Да, обязательно. И вот что? Ну, это правильно. Ну, смотрите, праздники, которые у нас были, это праздник обязательно... В первую очередь, это Октябрьская революция. Это обязательно 7 ноября для нас праздник. Второй праздник обязательный – это 9 мая. Вот. Третий праздник – 1 мая. Четвертый праздник – 23 февраля. А пятый – Новый год. Вот вам. Да, и 8 марта, конечно же. Я так, сейчас я их, наверное, расставил даже по тому порядку, как они были именно вот в нашем рейтинге. То есть уверенность у Дмитрия Федоровича была стопроцентная. Советская власть ему дала много всего. Да. И он ее никогда не предавал. Это вся история его жизни говорит об этом. Он все время служил и делу, и своему народу. Надо еще отметить, что он был министром обороны СССР. Давайте мы об этом тоже скажем. Вот. И, как тоже говорят, был одним из лучших министров обороны послевоенного времени. Отметим и этот факт. Я уже не говорю о других каких-то фактах при работе министра обороны. Вот. Он тоже всех знал. Всех знал лично. И мог с вами общаться. Я еще раз хочу вас поблагодарить, Сергей Александрович, за то, что вы вот откликнулись и сделали большое дело, потому что то, что вы рассказали, вот очень много фактов, которые я не знала, хотя я много прочитал об истории вашего легендарного... Да. Юрий Алексеевич, вот я хотел бы еще для заключения еще одну вещь отметить про своего деда. Когда он стал министром обороны, его назначили на эту высокую должность, он пошел учиться, потому что он все-таки изначально не военный, и у него не было военного образования. И ему пришлось идти и учиться военному делу. Вот. И он это уже делал в 68 лет. Ох-ох-ох, да вот это факт. Действительно, да. Вот это факт. А вы застали это время, когда учился? Ну, конечно, да. То есть это уже было при мне. И, собственно говоря, он и его помощники, которые тоже, скажем так, пришли вместе с ним, из оборонной промышленности, и они тоже учились. Они учились военному делу, они учились тактике, стратегии, потому что у них не было этого опыта и этих навыков. Сергей Александрович, я благодарю за то, что вы пришли к нам сюда на передачу. Наше время уже истекло, и я хочу сказать, что мы будем продолжать цикл передач «Наследники Победы» о тех людях, которые внесли неоценимый вклад в ту победу, которую мы сегодня и празднуем. Всего вам доброго, до свидания. В студии был автор и ведущий для радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. Всего вам доброго.